вообще-то приходские попечительства были образцом их были приходские советы, которые начал создавать в Амурской своей области святитель Иннокентий Вениаминов, великий просветитель Америки, Сибири, Камчатки, Амурской области и так далее. Вот, чтобы как бы стимулировать некую приходскую активность в новопросвещенных областях, инициирует вот это вот создание этих приходских советов. Но пока инициатива доходит до европейской части России, светская бюрократия, непосредственно, например, министр внутренних дел Валуев, который был одним из двигателей всех реформ 60-х годов, он очень настороженно смотрит на вообще вот эти вот все церковные какие-то попытки церкви, попытки церкви самостоятельно решить свои проблемы, так скажем. Да, это замечательная его придворная дама устраивает встречу Валуева и епископа Порфирия Успенского, такого выдающегося писателя этого времени, писателя, автора, который очень много провел на православном Востоке, которого были достаточно такие, ну, скажем так, радикальные идеи о том, как реформировать церковную жизнь. Он уже заговорил о восстановлении патриаршества в тот период, ну и так далее. И Валуев встречается с Порфирием Успенским, выслушивает все его проекты, очень светски, очень любезно, а потом записывает в дневнике: крайне интересный и крайне опасный человек. Вот это отношение светской бюрократии к, так сказать, вот, иерархам и духовенству, которое пытается что-то там предложить снизу. Поэтому пока инициатива святителя Иннокентия и Вениаминова доходит до европейской части, бюрократия понимает, что нужно четко ее взять под свой контроль. И поэтому идея дать приходам некую способность самоорганизовываться, она была подвергнута очень четкой такой, собственно, регламентации. Да, можете организовывать при православных церквах, то есть не внутри прихода, а это как бы благотворительное общество рядом с ним. При этом вы можете собирать деньги и тратить их только на три вещи, на три категории. Первое – это благоукрашение храма, второе – это просвещение, и третье – на содержание духовенства. Реформаторы почему-то полагали, что главное, куда будут жертвовать прихожане, это содержание духовенства. Я думаю, не стоит говорить, что они жесточайшим образом обманулись, потому что, получив такую очень ограниченную как бы свободу, прихожане начали собирать деньги, хотя не очень активно. Попечительства организовывались очень медленно, далеко не везде. Организовавшись и сделав какое-то дело, как правило, умирали. На бумаге не числились, а на самом деле их не было. Вот. Ну и так далее. Мы потом уже, там, через 30 лет только об этом стало как бы так известно. Вот. Но, как бы то ни было, главная статья доходов и расходов попечительств – это был, конечно, храм. Отремонтировать, украсить, что-то еще сделать. Вот на храмы жертвовали от 70 до 90%. Потом жертвовали на школы. И только в третью очередь жертвовали на духовенство. Идея о том, что с помощью попечительств можно будет решить проблему материального обеспечения духовенства, она это была просто абсолютно фикция. Почему реформаторы думали, что у них все получится таким образом, остается на их совести. А при этом вот это постановление о свечном сборе, оно так и продолжало действовать? Да, 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 оно продолжало действовать, продолжали все это вычерпывать. И более того, в 70-м году его заменили процентным сбором, 25-процентным сбором, ну, потому что свечной сбор утаивается, но как нам это все-таки изымать четко? Вот 25%. Правда, это было не 25%. В некоторых епархиях было больше, в некоторых меньше. Ну, например, там миссионерская какая-нибудь епархия, там, на Востоке там меньше было, 10% было. Но все равно это был четкий сбор. Но 20-процентным сбором сборы с церквей не ограничивались. Я не хочу сейчас подробно на этом останавливаться. Если будет необходимость, я об этом подробнее скажу, потому что
в общем, есть исследования у меня на этот счет. К 17 году церкви в разные церковные и светские учреждения с церквей собирается приходских 80 наименований различных сборов. По подсчетам, от 40 до 90% валового дохода церквей уходит наверх, куда-то туда. Это не только церковные сборы, это светские сборы в том числе, но это вот такая... То есть поэтому по огромному количеству епархий церкви стоят без... у них нет остатка в конце года. Там типа 3 копейки, 3 рубля, и не могут даже отремонтироваться. Естественной реакцией на это возникает так называемая в 905 году во время революции забастовки старост, когда они просто говорят, мы не будем ничего никому платить. Но тут же, значит, сбегаются, значит, вся, так сказать, там, полиция в том числе начинает как-то с этим разбираться, но в принципе реакция очень понятна. Значит, что у нас там было дальше? Да, попечительство. По сословности я сказал, что открыть открыли, но вход никто не пошел внутрь. Никакого механизма, чтобы привлекать иносословных внутрь сословия на церковную службу, нет, не было создано. Поэтому вплоть до и в 20 веке, в 10-е годы, в 12-м году, есть статистика по этому поводу, ничего не происходит. В центральных областях продолжается наследование, продолжается, все это продолжается. Нет, есть региональные отличия. Например, в Сибири. В Сибири за начало 20 века картина меняется наоборот. То есть, если, грубо говоря, больше, почти 60% инасословное духовенство в Сибири. Но это очень понятно. Столыпинская реформа, переселение, новые приходы. И там прямо говорится, что нам некогда, духовенство центральных епархий не едет туда. Да, встает речь о народном пастырстве, так тогда это так называлось. Ускоренные курсы отца Иоанна Восторгова, духовенство сословное смотрит на них, как на штрейкбрехеров, как на выскочек. Брезгливо говорит эти восторговские выкормыши. Это нечто брезгливое. Но при этом это люди, обучившиеся быстро, получившие начальное некое образование и брошенные, грубо говоря, в переселенческие приходы. Вот. Но, обнаружив, что приходские попечительства не работают для обеспечения материального обеспечения духовенства, к чему переходит власть? К укрупнению приходов. Почему-то идея очень простая. Если мы закроем идея была, что одна церковь остается, опять вокруг закрываются и становятся приписными. Почему-то была идея, что прихожане тут же начнут нести деньги, собственно, клиру главной церкви, и у него будет отличное, значит, материальное положение. Вот, и он справится в 4-5 раз увеличившимися приходами. Да, вот какая была идея. Идея, конечно, полностью провалилась. И более того, епископы, а епископы достаточно активно пытались ей противодействовать, потому что они, конечно, прекрасно, что это будет, понимали. И, как они сами потом признавали, это нанесло тяжелейший удар по народной религиозности в том числе. Вообще-то власть прибегала к укрупнению не только в XVIII веке, но и при Николае I. Но там все-таки это были локальные кампании, а это было в масштабе всей страны и всей церкви. И вот прекрасный епископ Минский Евгений пишет, большая его цитата второй половины 70-х годов. «Сокращение приходов весьма неблагоприятно повлияло на прихожан. Почти все они стали питать неприязненное отношение к духовенству, считая его единственным виновником реформы и самую реформу объясняя его своекорыстием. А при отчужденности прихожан от духовенства не может быть, конечно, и речи об улучшении материального быта его, стоящего в зависимости от доброго расположения первых, то есть прихожан».
Вот, поэтому укрупнение приходов это было первым отмена укрупнения была первым мероприятием Константина Петровича Победоносцева, когда он пришел в 880 году в оберпрокуратуру. Потому что это все ждали, это была одиозная абсолютно мера, но при этом за 11 лет уже многое было сделано, уже многое было закрыто безвозвратно. Деревянные были разобраны. Вот. Некоторые, поэтому, когда некоторые епископы пытались восстановить уже при Победоносцеве старые закрытые приходы, они не знали, где их поставить. Ну, то есть где-то там. И нас ставили в поле. Как-то там. В общем, ну, тоже такая компания была. Но она была маленького масштаба. Но очень важным эффектом очень важным последствием реформ было понимание, что церковные реформы не должны быть ограничены каким-то отдельным участком. Материальное обеспечение духовенства, там, церковное образование, пытались опять его реформировать, или сословный статус духовенства. А нужно брать шире, нужно брать всю систему. И более того, в контексте, собственно, это вот критику синодальной системы церковно-государственных отношений берут на себя славянофилы, которые, старшие славянофилы особенно, которые уделяют внимание приходу. И вот здесь впервые, собственно, в 867-68 году формулируется приходская проблема. Как, именно не как проблема материального обеспечения духовенства, а как вообще проблема приходской жизни, отношений с духовенством, экономического состава, ну и так далее. Пионером в этой области был, собственно, член славянофильского кружка Дмитрий Федорович Самарин, брат знаменитого Юрия Федоровича Самарина, который такое, ну, такое лицо славянофилов первого поколения вместе с Кириевским и Хомяковым. Вот. И, кстати, отец Федора Дмитриевича, который будет членом Государственного совета и активным участником дискуссии о приходе начала XX века, и его младший брат Андрей Дмитриевич Самарин, который короткое время был оберпрокурором и такой крупный деятель уже соборного движения и начала 20-го столетия. Кстати, один из кандидатов, мирянин, кандидат в патриаршество, на патриарший престол. Дмитрий Федорович, их папа, соответственно, он пишет большой очерк, который так называется «Приход», который публикует сначала в газете Ивана Сергеевича Аксакова «Москва», а потом и в отдельной книге, там две книжечки даже у него вышло, и он подробнейшим образом, собственно, разбирает, сначала он, собственно, начинает разбирать саму реформу 808 года, ее экономическую составляющую, показывает, насколько она была фатальна для развития прихода. И всего приходского устройства. И дальше он формирует некую задачу, некую идею, что должна быть, как они, славянофилы, на славянофильском языке, они говорят, должна быть оживлена, возвращена к жизни общественная составляющая прихода. Да, общественная, общинная. Ну, понятно, что это все исходит из их идеи вот, общины как идеального устройства. Да, крестьянской прежде всего общины, но вообще и более широко общественности, такой вот земской общественности. Вот, их церковные власти достаточно настороженно восприняли публицистику Самарина. Он пошел дальше. И в 880 году вышел с предложением в Московском земском собрании, они все были активными земцами, да, вот эти вот структуры самоуправления, которые были созданы в эпоху Великих реформ, они вышли с предложением инициировать реформу прихода по линии земств и Министерства внутренних дел. На это, конечно, Синод это заблокировал,
Но сама инициатива, она очень показательна. Потому что что они предлагали? Они предлагали очень какие-то такие вещи, которые потом станут самыми обычными. Прежде всего, вернуть приходу права юридического лица. Приход права юридического лица не имеет. Консистория имеет эти права. Консистория распоряжается, то есть епархиальный уровень, распоряжается его имуществом. Да, юридическим лицом является храм. Это некий нонсенс, как бы, но это так. По законодательству Российской империи юридическое лицо – храм. Причт является распорядителем этого имущества под надзором епархиальной власти. Он тоже не самостоятелен. То есть, так или иначе, на самом деле, реальным распорядителем является епархиальный уровень. Даже не архиерей лично, а именно вот эта бюрократическая структура, консистория. Ведь секретарем консистории является светский чиновник, назначаемый из Петербурга, оберпрокурором. Да? То есть это как бы такая церковно-бюрократическая, в том числе светская бюрократическая структура, которая управляет собственным имуществом. Да? И славянофилы что предлагают? Вернем приходу права юридического лица. Чтобы приход сам распоряжался, так сказать, имуществом, которое у него есть в его распоряжении. Вот. Ну, нет, ну это, тогда это не находит, конечно, понимания, но вот такие вот их попытки. Ну, они еще ставят вопрос о том, чтобы приход мог ходатайствовать о своем кандидате в клир. Но тогда это не находит никакого результата. Синод, так сказать, выпустил специальное определение, которым разгромил ходатайство Московского земства, инициированное Самарином. Ну, главная, собственно, идея была, что земцы не могут вмешиваться в дела духовного ведомства, потому что это не ваше дело, мол. Вот. Ну и так это пока продолжается, но публицистическое обсуждение этой темы не замолкает после Самарина. В этом участвует Аксаков со своей стороны, упомянутый мною, которого я читал, Гиляров-Платонов, об этом пишет, у него была газета «Современное известие», где он откликается на приходскую тему. Сам Самарин в своей публицистике тоже продолжает эту тему развивать, очень любопытную. Например, он предлагает, эта идея потом неоднократно будет звучать, потому что один из главных аргументов, в том числе церковных и светских властей, мы не можем наделить приход правами юридического лица, потому что тогда они не будут платить. Кто будет содержать духовное учебное заведение? Понятно. Вот. А Самарин выдвигает и даже начинает считать идею, давайте мы перераспределим, давайте государство будет содержать духовное учебное заведение, а приход всем остальным будет управлять. И тогда, ну, там считает, какой будет еще экономический эффект от этого. Вот. Ну, это одна из его сторон. Но самым таким активным публицистом уже конца 19-го столетия, 90-х годов и начала 20 века становится такой Александр Александрович Попков. Вообще до последнего момента мы даже не очень представляли себе его биографию, но вот сейчас более-менее ясно. Он был чиновником, он был сыном мелкого чиновника придворного ведомства. Его отец был писарем при Николае Павловиче, при Николае I, писарем конюшенного ведомства придворного. Вот. Но сын выучился в училище правоведения, это главный юридический институт в Петербурге тогда, и сделал блестящую совершенно юридическую карьеру. Он был юристом, по прокурорской линии работал в судебном ведомстве и в начале 20 века даже был губернатором одной из губерний Финляндии, в Великом княжестве Финляндском. И при этом приходская тема – это такое его хобби, но при этом это такой его конек, которым он пишет он постоянно. Он выпускает несколько книг об этом, множество статей различных, о братствах пишет. Вот он был таким главным, таким популяризатором славянофильских идей о приходе в конце 19-го, начале 20 века. Причем как лицо, известное императору лично, как, ну, все губернаторы так или иначе известны императору, он составляет проекты. Он первый составляет проект приходского устава в 900-е годы.
вот, чтобы как-то двинуть дело приходской реформы с мертвой точки. И интересно, что главный его идеал – это древнерусский приход. Вот у Попкова древнерусский приход – это просто все. Это солнце, так сказать, на небосклоне. При этом под древнерусским приходом он имеет в виду только общинный приход. Про частно-собственнический приход он как бы забывает. Он его не видит, он ему не интересен, он его не понимает. А это вот как бы все. Многие уже ученые, его современники, указывали, что он, конечно, идеалист и, ну, как бы слишком идеализирует древнерусскую приходскую жизнь, но благодаря его энергии и его как бы такому публицистическому дару приходской вопрос перестает быть вопросом маргинальным. Он становится, его начинают обсуждать бюрократия, иерархи, придворные салоны начинают обсуждать этот вопрос, начинают читать его публицистику. Вот. Совершенно очевидно, что некоторые работы он прямо подает императору. Был у него доклад, кажется, 1903 года, вот, который прямо был адресован императору. Так сказать, ну, там не упоминалось это, но по тексту понятно, что как бы, кому еще можно было адресовать такого рода предложения. Вот, и интеллектуальный контекст этой ситуации, он меняется, постепенно меняется. И в начале 20 века приходский вопрос, он вот формулируется несколько узлов. Прежде всего, территориальность прихода. Духовенство начинает говорить, что в городах территориальность перестала работать. Что города, прихожане в городах – это в основном квартиросъемщики, которые сегодня живут здесь, завтра там, послезавтра там, а при этом каждое духовенство оно требует от них привязываться именно к этому месту. И они вообще никуда не ходят. А если ходят, то вот как-то, да, и они прямым образом говорят, что приход должен начать формироваться по добровольному принципу. Куда записался, туда и хожу. Вот, это очень важная такая идея появляется. И, конечно, кризис территориальности, который больше ощущается в городе, чем на селе, он не так активно ощущается, хотя тоже есть первые признаки его кризиса, это, конечно, последствия русской урбанизации, роста городов, промышленного бума, да, который, собственно, идет с 80-х годов. Да, то есть приход – это та самая ячейка церковного организма, которая должна реагировать на изменения социальности. И вот встает проблема территориальности прихода. Дальше – проблема самоуправления. Кто управляет приходскими делами? Клир? Зависимой от бюрократических структур, консистории и так далее. Прихожане не имеют официального права голоса, фактически не имеют. Значит, хотя де юра они должны собираться на собрание, но на самом деле фактически это не происходит. Об этом пишут все публицисты в это время. Значит, какой круг обязанностей должен на них быть? Значит, дальше это вопрос экономики приходской. Как реанимировать приходскую экономику, освободить ее от бремени фискального, как я сказал, колоссального бремени, да? От 40 до 90% валового дохода церквей уходят из приходов. И это несопоставимо со всеми отчислениями позднейшего времени. Советского периода. Это очень... как-то эти средства нет, или никак? Нет, никак. Как они могут возвращаться? Все, они ушли туда. Вот. И то есть нужно что-то с этим делать. Как-то освобождать, раскрепощать приходскую экономику. Потому что всем очевидно, что иначе она умрет окончательно. И более того, нельзя сказать, что Синод не понимает этого. Он собирает две комиссии. Одна из которых, например, ее возглавлял Антоний Храповицкий, дала достаточно радикальное предложение, но ничего не реализуется. Ничего. Вот. Ну и, конечно, вопрос сословности духовенства.
который прямым образом соприкасается с идеей, высказанной славянофилами, о том, что нужно возвращать прихожанам право ходатайствовать о своих священниках, о своих кандидатах в клир. И формируется как антитеза сословному духовенству, формируется идея народного пасторства. Они так это называют. Не всегда речь идет о выборах. Вернее, скажем так, когда говорят о выборах, не всегда имеется в виду, что вот мы сидим, и вот там вы, кандидат, мы за вас проголосовали, вы пойдете, значит, в священство. Нет. Как правило, речь идет о том, что прихожане могут ходатайствовать и рекомендовать своего кандидата. Да? То есть очень мягкая форма имеется в виду, когда речь идет о выборах. Но им возражают, а как же так, если это будет народное пасторство, а как же образование? Образование духовенства рассматривается как главное достижение для церкви имперского периода. И во многом так оно и было. И духовенство, и епископат не готовы этим поступиться. Образованием духовенства. Говорят, что же мы из крестьян будем брать? А как? Тогда им говорят, ну давайте создавать бессословные пасторские школы по ускоренной программе. 1-2 года он выпущен, он кандидат. Может, чтобы он заочно учился. Или, например, им говорят, давайте в центре, какая идея, зачем ему нужно образование? Вообще, зачем священнику образование? Зачем священнику образование? С точки зрения синодальной системы, чтобы проповедовать правильно. Потому что не имеющий образования не должен проповедовать семинарского образования, то есть как бы на правильным образом апробированного. Вот, тогда они говорят, хорошо, давайте мы создадим такие структуры, такие небольшие приходские округа в Сибири, например, из Сибири приходит такой проект. В центре будет служить священник с образованием, он будет ездить и проповедовать. А еще он может писать проповеди для остальных священников. А другие будут народными пастырями. Большая часть будет народными пастырями. Они будут служить, совершать службы, окормлять паству. Пускай они не проповедуют, пускай они читают по бумажке. А он будет вот разъезжать и будет проповедовать. И более того, они приводят в пример, те, кто выдвигает эту идею, приводят в пример Восток. Греческий Восток православный этой эпохи, где вообще-то такая практика, примерно такая практика существовала. Но это тоже очень рискованно. Ну как? Вот. Поэтому все эти проекты, они дискутируются, существуют, но не идут дальше. И главное, это очень важный момент, духовенство приходское крайне насторожено ко всем идеям приходской реформы. По очень простой причине. Потому что его дети учатся, сыновья и дочери, в духовных учебных заведениях, как мужских, так и женских. А деньги от них идут из прихода. И, ну, понятно, что не напрямую, а вот так. Но если вы дадите прихожанам самим распоряжаться этими деньгами, то что же будет с этими нашими сыновьями и дочерями, которые на самом деле не становятся священниками, матушками, они уходят куда-то потом в университеты, там, куда-то в другое место, большая их часть уходит. От половины до 2/3. Но это же наши дети. Я просто показываю количество очень сложных проблем, которые в приходском вопросе завязываются сложным узлом. И вот грянула первая русская революция. В церковном отношении это, конечно, в том числе такая локальная приходская революция, которая, конечно, будет потом повторена в 17 году на другом совершенно размахе. Но главное содержание приходской революции 1905 года – это забастовки старост. Старосты иногда в епархиях целиком отказываются платить взносы. Потому что все уже невозможно существовать в такой ситуации. И, в общем, достаточно серьезное столкновение на этой почве происходит. Как известно, собственно, церковь в этот период ставит вопрос о созыве собора. Созыве собора, восстановлении патриаршества, как бы реформе синодального строя госцерковных отношений. Вот, планировалось, что собор будет созван уже в мае, уже летом
1905 года. Константин Петрович Победоносцев фактически торпедировал эту идею, лег, так сказать, костьми вот на этом. Но в любом случае предсоборный процесс был запущен. Сначала были собраны отзывы архиереев, которые оказались очень благоприятны для будущих церковных преобразований, хотя первоначально предполагалось, что будет не так. Вот. А потом был создан орган, впервые за 200 лет был создан орган для свободной дискуссии, свободного обсуждения будущих приходских церковных преобразований, предсоборное присутствие, которое должно было четко подготовить законопроекты для будущего собора. Предполагалось, что присутствие закончится, и тут же будет создан собор. Оно работало год, в течение 906 года. В декабре 6 года, в первой половине декабря, они закончили свои занятия срочно, чтобы отдать их на прочтение императору, и потом, чтобы был уже создан собор. Четвертый отдел присутствия, оно было на отделы разбито, а потом то, что отделы разработали, обсуждалось в общем собрании. И четвертый отдел присутствия обсуждает приходский вопрос. И дискуссия о приходском вопросе в предсоборном присутствии, она ключевая для выработки представления о том, как мы вообще к приходскому вопросу относимся для всего предсоборного периода. К ней будут возвращаться и на соборе 17 года прямым образом цитировать, прямым образом пытаться вызвать людей, которые участвовали в деятельности предсоборного присутствия. Да, то есть это будет очень актуальная история. Она такая будет, что называется, парадигмальная для последующих дискуссий. Сформулировано было три подхода к приходскому вопросу. Причем на самом деле эти три подхода, они были шире, чем приходской вопрос. Фактически это были три подхода, это были экклезиологические модели будущего церковного управления всей русской церкви. Как мы должны церковь в будущем строить, когда бюрократическая опека светского чиновничества пойдет? Вот как это будет? Три подхода. Общественный подход, который был сформулирован еще Самарином, славянофилами, и в предсоборном присутствии представлялся прежде всего Попковым, который был членом присутствия. Это, если очень коротко, то приход – это самоуправляющаяся общественная единица, такая корпорация некая. Да, вот епископ присутствует, или как Попков формулирует примерно так, епископ присутствует в приходе как высшее нравственное начало. Ну, это, конечно, очень такая абстрактная формула. Абстрактная формула, то есть нужно было чего-то такого более такого ощутимого, конечно, формулировать. Но это была очень важная, струя. Надо сказать, что Попков не был единственным. Там были, например, Николай Александрович Заозерский, профессор канонического права Московской духовной академии, вполне был близок к этому подходу. Ну, другие еще лица, их можно тоже перечислять. Вот этот общественный подход к вообще вот устройству, собственно, церкви и прихода в частности. Второй подход был сформулирован прямо в заседаниях предсоборного присутствия группой профессоров-канонистов Александром Ивановичем Алмазовым, Ильей Степановичем Бердниковым, Михаилом Андреевичем Остроумовым, еще рядом других людей, в том числе иерархов, которые, и вот этот вот подход их, ну, современники называли институтным, потому что речь шла о церкви в целом, как о неком вертикально интегрированном институте, вертикально интегрированной структуре. Они говорили, приход самостоятельный – это нонсенс, господа. Епархия – вот как бы единица приходской жизни. Из нее все растет. То есть они строят церковь сверху вниз. Не снизу вверх, как Попков и славянофилы, а сверху вниз. И из епархии приход получает самостоятельность. Сам по себе он не может существовать. Он только священник как уполномоченный. Да? То есть здесь иерархический принцип был возведен как бы в абсолютный максимум. Другие принципы, как бы, другие составляющие игнорировались.
Но нужно сказать, что вот эта фраза, которую процитировал Попкова про епископа, она же показывала, что славянофилы тоже не могли нащупать как бы вот место епископов в их системе, в их экклезиологической модели. Да, то есть были как бы крайности, тезис и антитезис. Общественный подход – тезис, и институтный подход – антитезис. Но, и что очень важно, в рамках предсоборного присутствия и последующих дискуссий была попытка, и, собственно, был осуществлен интеллектуальный синтез этих подходов, выдающийся, в том числе потом, он будет одним из главных участников собора 17-18 года, Николай Дмитриевич Кузнецов формулирует попытку синтеза этих двух подходов, общественного и институтного. Он написал по этому поводу специальный доклад, выдающийся, вообще-то богословский текст, а потом неоднократно как бы популяризировал, озвучивал это в дискуссии, в пресоборном присутствии, и потом дальше, еще после его закрытия, уже в публицистике. Какая его мысль? Причем Попков сам по себе фигура очень любопытная. Не из духовенства, сын мелкого чиновника, получил 4 высших образования. Первое математическое, потом техническое, потому что закончил знаменитую тогда петербургскую технологию, технологический институт. Потом юридическое, Демидовский лицей, это очень был крупный юридический институт. И заочно Санкт-Петербургскую духовную академию. И получил 2 степени богословских в Санкт-Петербургской академии, кандидатскую и магистерскую. Вот, то есть это такой, в общем, это даже для того времени, когда, в общем, уровень образованности был неизмеримо выше, и стандарт образованности был выше, чем сейчас, это тогда тоже это было, в общем, таким нонсенсом. При этом он был практикующим юристом, присяжным поверенным, то есть адвокатом, и активным церковным правовым публицистом. Вот, и, значит, он вступает в присутствие и говорит, что вообще-то мы как должны рассуждать? Мы должны идти не от епархии и не от корпорации, не от общины. От чего мы должны идти? Мы должны идти от фигуры Христа Спасителя и от того, от той встречи, которая происходит в церкви Бога и человека, от этого фундаментального, собственно, акта домостроительства божественного спасения. И он как бы отвечает Михаилу Андреевичу Остроумову, который говорит, в одном из своих выступлений Остроумов говорил, ну как, Христос говорит, ты, Петр, и на тебе я созижду церковь. Да? Значит, Христос учреждает церковь как учреждение, как то, что создается сверху, ну, а не то, что как-то растет снизу. Вот. Кузнецов принимает вызов Остроумова и говорит, да, церковь учреждена Спасителем, но она, прежде чем прозвучали слова «учреждающая церковь», прозвучало исповедание Петра как отклик учеников, да, как исповедание его Иисуса из Назарета как Мессии, как отклик человеческого состава церкви на божественное призвание. Поэтому он говорит, церковь не учреждена сверху, это процесс встречи, встречи Бога и человека. Поэтому канонисты рассуждали, что учреждаться может институт, то, что сверху выстраивается. Да, их логика была такая. Поэтому он говорит, что церковь – это и то, и другое. В церкви происходит встреча божественного и человеческого, и значит, встреча общественного, корпоративного и иерархического. И только в этом единстве существует нормальный церковный организм и идеал церковного строительства и как бы церковной экклезиологии. Вот эта вот идея синтеза, она потом будет неоднократно всплывать на соборе, но это я буду говорить об этом завтра.
И дальше, ну, дальше нет, Кузнецов, он же вообще-то практик, и он говорит, нет, ну, конечно, мы должны понимать, что вообще-то в истории одно или другое начало всегда преобладало. Да? В первые века был некий баланс с неким преобладанием общественного начала. В Византии утверждалось, конечно, начало институтное, он так это называет, институтное начало. Почему? Это влияние государства. Потому что государству проще обращаться к клирику, как к, к чиновнику. И он говорит, что в Византии, вот, да, мы видим прекрасный пример преобладания институтного начала под влиянием государства. На Руси, в Древней Руси, он скептически относится, в отличие от славянофилов, к общинному приходу, в отличие от Попкова. Он говорит, что все-таки здесь скорее не проявлена неотделенность церковной общины от земской. Да? И это его позиция. Но в синодальный период, в имперский период, у нас полное подавление институтного начала и, более того, еще и бюрократизация церкви светским чиновничеством. Да? И что мы должны сделать? Мы должны воссоздать баланс общинного, корпоративного и институтно-иерархичного. Только вместе, церковь, когда в церкви реализуются оба эти начала, она самим своим устройством свидетельствует о встрече, сформулированной в том самом эпизоде Матфей, кажется, это 15 глава, ну, вот, собственно, ты, да? Ты Христос, Сын Божий, ты Петр, на этом камне я созижу церковь. Да, вот, собственно, вот, он опять возвращается к этой вот фразе, формуле. Да, в этом смысле, как ни странно, да, именно этот человек, оказывается, поднимается на высоту богословства, в отличие от своих оппонентов, которые все-таки вращаются в рамках церковно-практических аргументов. Он пытается именно богословствовать, что мы видим. Нужно сказать, что прямо вот так вот за ним, нельзя сказать, что пошли все, да? Но потому что потом, после закрытия предсоборного присутствия, точки зрения поляризовались все-таки, и разные части, разные как бы группы интеллектуальные, они продолжали оттачивать свои аргументы. Но его идея была вброшена, она стала багажом русской церкви интеллектуальным, частью этого багажа, который потом, мы просто видим это в решениях собора, активно, собственно, востребован именно на соборе, тем более, что сам Кузнецов активно его участник. Но это, мы, это потом будет. Да, и вот еще очень интересный момент. Группа профессоров-канонистов, отстаивая институтное начало, очень, там очень четко видно, что их мотив прежде всего охранительный. Они как бы заворожены феерическим зданием имперской церкви, и хотя оно уже трескается, они считают, что нужно сохранять все как есть. Но есть четкая другая группа, которая ощущает эти вот тектонические удары, подвижки землетрясения будущего. И они говорят, что нам нужно менять что-то сейчас, чтобы потом не произошло худшее. И самое яркое выступление в предсоборном присутствии принадлежит архиепископу Сергию Стругородскому финляндскому в тот момент, когда он говорит, он напоминает всем о секуляризации церковных имуществ при Екатерине и говорит, мы, у нас нет никаких оснований, что в будущем не произойдет чего-то худшего. Это абсолютно пророческие слова на самом деле, сказанные, да, за 11 лет до того, как это худшее произошло. И он говорит, кто будет защищать церковь? Кто в тот момент будет защищать церковь, когда это произойдет? В минуты опасности церковная власть окажется страшно изолированной и потому бессильной защитить церковное достояние. Это он говорит, аргументируя, почему нужно сейчас допустить прихожан до распоряжения приходским имуществом. Мы не должны воображать, что теперешнее наше церковное положение так и останется навсегда.
Потому что для этой уверенности у нас нет никаких оснований. Конец цитаты. Но, конечно, в данном случае он и тот же Кузнецов, который тоже очень активно об этом говорил, они, конечно, были только кассандрами неуслышанными. Но пока присутствие работает, светская власть, правительство Петра Аркадьевича Столыпина принимает закон о старообрядческих общинах 17 октября 1906 года, который всколыхнул все общество. Причем, очень интересно, либеральная часть, левая часть рассматривает его как, вот наконец-то, меньшинствам дали свободу. Хотя надо понимать, что старообрядцы тогда это далеко не меньшинство. Недаром весной 1905 года митрополит петербургский Антоний Ватковский прямо говорит, это обсуждается проект указа о веротерпимости, который был принят 17 апреля 1905 года на Пасху, который давал очень большие гражданские права старообрядцам. Антоний Ватковский говорит, нужно одновременно освобождать православную церковь, потому что иначе как бы православная церковь не осталась только государственной, тогда как старообрядцы станут церковью народной. Это реальная опасность, которая тогда существовала. И вот в октябре 1906 года старообрядцы фактически легализуют свои общины, потому что идет именно легализация того, что у них уже существует. И что там происходит? Община имеет право юридического лица, избирает своих духовных лиц, имеет органы управления и обладает широчайшей внутренней автономией. И либералы говорят, отлично, вот то, что надо. А правые говорят, да, отлично, но теперь давайте дадим это церкви. Все и справа, и слева очень высоко оценивают этот документ, но церковь-то оказывается в худшем положении. Как пророчески, опять же, говорил за полтора года до этого Антоний Ватковский. И поэтому пример старообрядцев становится, собственно, ключевым таким поводом для дальнейшей дискуссии. А что же делать с этим теперь дальше? Хотя на этот счет разные есть мнения, точки зрения. Например, Кузнецов очень критично относится к этому законопроекту, но это там, у него интересная была очень точка зрения. Но это не важно. Сейчас не до этого, у нас мало времени. И вообще, что происходит? Какая позиция правительства после Первой русской революции? Она очень интересная. С одной стороны, правительство Столыпина как бы немножко игнорирует интересы церкви в контексте вероисповедных реформ. Давая права старообрядцам, готовя законопроекты о расширении прав там, других сектантов, готовя проекты о гражданском браке, который касался в том числе прежде всего неправославных верующих и так далее. Но лично Петр Аркадьевич и его министры придают колоссальное значение приходу как части, как единицы, которая может влиться в систему местного управления. И почему? Потому что крестьяне освобождаются от общины, выделяются на хутора, а Столыпин проектирует, ну и его, собственно, соратники, проектируют новую систему местного управления, не сословного и базирующегося на крестьянах, крестьянских общинах, крестьянском самоуправлении. И в этом контексте, с их точки зрения, свободный, самостоятельный, активный приход является необходимым фактором, чтобы это местное самоуправление было лояльно. Лояльно империи, лояльно правительству. Потому что они рассматривают приход как орган, в общем, который может консолидировать лояльные консервативные элементы. И поэтому им очень важно, что если у нас крестьянское самоуправление получает права, то чтобы и приход получил права.
Поэтому они отстаивают принцип самоуправления, юридического лица и выбора священника. То есть фактически правительство, светское чиновничество в этот период берет на вооружение концепцию, славянофильскую концепцию прихода. Но оно не может переломить позицию духовного ведомства, позицию оберпрокуратуры. Потому что оберпрокуратура старается, скажем так, ее позиция достаточно сложная. Потому что оберпрокурор, они несколько сменяются в этот период. Они кто-то ближе к правительству Столыпина, кто-то дальше правительства Столыпина. Они должны лавировать между разными группами, между епископатом, между белым духовенством, между, собственно, политическими группами, между Столыпиным. И их позиция более сложная, скажем так. Но между предсоборным присутствием и 1914 годом, между 6 и 14 годом в духовном ведомстве сформулированы 6 проектов приходского устава, который должен был привести, скажем так, запустить приходскую реформу в действие. Предполагалось, что этот проект будет внесен в Государственную Думу, она его одобрит, и дальше, собственно, приходы получат реальные права. Они получат впервые в истории русской церкви тот документ, по которому они могут строить свою внутреннюю жизнь. Первый проект самого пресоборного присутствия 1906 года, как считается, либеральный, хотя на самом деле сейчас просто нет возможности останавливаться на деталях, не такой уж он был и либеральный. Потом 1907 год, особое совещание созываемое, и потом каждый оберпрокурор пытается переписать по-своему эти проекты. 1908 год – Извольский, 1910 год – Лукьянов и две редакции Владимира Карловича Саблера 12 и 14 года. По мере развития разработки этих уставов, что происходит? Вот это общие черты всех этих уставов. Церковное имущество в приходе рассматривается как две разных категории. Идея такая. Приход и клир остается отдельным юридическим лицом, и у них свое храмовое имущество и храмовые средства, а приход создает как бы отдельное юридическое лицо со своим имуществом и со своими средствами. В приходе два юридических лица, которые вместе как-то живут. И дальше вопрос только один. В какой степени прихожане участвуют в управлении первым юридическим лицом? Предсоборное присутствие считает, что участвуют, а последующие проекты синодального ведомства считают, что не участвуют. Второй важный момент. Право прихожан ходатайствовать о кандидатурах в члены причта. Как правило, это право решают, что да, нужно все-таки это право им дать. И дальше вопрос процедуры. Сколько фильтров эта кандидатура проходит? И органы приходского управления. В целом они рассматриваются как органы вспомогательные при священнике, не самостоятельные. То есть действительно, с этой точки зрения, самые большие права были у органов предсоборного присутствия и самые маленькие права у органов в уставе Владимира Карловича Саблера 12-14 года, в котором епархиальный архиерей мог лично распустить приходский совет и назначить туда своих, членов, которые рекомендованы настоятелем или благочинным. Вот. Конечно, эта мера, которая уже озвучена тогда, но только совет, не собрание. Собрание он не мог распустить. Только приходский совет. Эта мера, когда она стала известна, она, конечно, вызвала огромную дискуссию, возмущение общественности, потому что было понятно, что самоуправление прихода в этой ситуации превращается в некую фикцию. Школы приходские созданы в приходе раньше, а вот они, кто за них отвечает, приход или духовное ведомство? Кроме первых двух редакций, идея та, что приход за них не отвечает, что права прихода не распространяются на учреждения,
созданное ранее, в приходе ранее. Школы, богадельни, больницы. Ну, то есть, как бы, казалось бы, ну, они приходские же, это же прихожане их создавали. Да, ну, так отдайте им их. Нет, мы не будем их отдавать. Они будут по-прежнему подчинены училищному совету при синоде. Вот. Таким образом, во всех этих шести редакциях очень четко видно, что права эти самоуправления, они как бы так чуть-чуть сужаются. С 6 к 14 году. Еще не дарованные права уже по мере разработки проектов, они все меньше и меньше и меньше. Эта ситуация, конечно, не удовлетворяет общественность, и поэтому примерно с 10 года начинает вступать в этот процесс Государственная Дума, которая предлагает свои проекты прихода. Причем Дума за базовый проект всегда берет проект предсоборного присутствия 1906 года. Тоже, в общем, достаточно консервативный, но вот как бы базовый. Что интересно, особенно это проекты 10 и 11 года. Это проекты, в выдвижении которых участвует большое число думского духовенства и даже епископы. Например, в проекте 10 года о наделении прихода правами юридического лица участвуют два епископа и около десятка священников, в том числе, например, владыка Хомский Евлогий Георгиевский. Да, они были депутатами. И там большая была фракция. Ну так, не было фракции единой, там была думская. Нельзя, с 90-х годов нельзя, да. Тогда это было, была даже идея, у Саблера вообще была идея создать фракцию. Он хотел, чтобы туда больше вошло духовенство, как консервативного элемента. Но на самом деле было очень четко видно, что они занимают самые разные позиции в Думе. Но тут другой вопрос. Что за этот законопроект голосуют в Думе священство и епископат, ну, двое из присутствовавших, и духовное ведомство его отклоняет.